По всему Сочи в эти дни расцвело порядка 150 тысяч тюльпанов. В этом году это не только традиционные сорта. Помимо привычных лилейных, на клумбах распустились пионовидные бахромчатые тюльпаны. Анжелика, Миранда, Люцифер, Кёрли Сью и Дайтона стали настоящими вестниками весны. Даже сфотографировали. Домой пошли по ту сторону Кавказского хребта, Белореченск. Были в Америке, там эти... Коробки, простые коробки, зелени нет. Вот часто говорили, сколько зелени здесь, здорово. Очень здорово, нам очень нравится, за этим мы приехали. Откуда? Москва. Конечно, глаз радуется у вас, и прекрасно, мне очень нравится природа, мне очень нравится чистота. С ребенком идеальное время, мы уже второй раз с ним приезжаем. Всех призываю мамочек, вот подружку притащила, приезжать в Сочи с детьми. Я тоже в восторге, потому что из зимы попасть... в цветущие сады. Это просто потрясающе. И у меня ребенок тоже в восторге. И, в общем, да, все приезжайте в Сочи. Все цветет, все пахнет, все чистенько, все красиво. Вы местные или нет? Нет, мы приезжие. Откуда? С Красноярска. У нас в сравнении все гораздо тускнее, все не в таких цветах, все серостно, все сыро, все холодно. Фото с сочинскими тюльпанами уже разлетелись по самым разным городам. Хотя для города-сада это вполне обычная картина. Цветы на курорте высаживают с разными сроками цветения, чтобы растения здесь радовали глаз круглый год. Сейчас мы видим ранние сорта бахромчатых тюльпанов, простые тюльпаны, ранние пионовидные тюльпаны. В Сочи мы вот их применили, так сказать, первый раз, чтобы было такое разнообразие и цветовой палитры, фактуры цветка. Ну, опять же, для того, чтобы сделать для себя выводы, что устойчиво в городских условиях, что ведет себя похуже. Потому что пока ты сам это не увидишь, описание, к сожалению, ничего не дает. Надеюсь, что тюльпаны долго порадуют нас. Руководство города очень большое внимание уделяет вообще озеленению и цветочному оформлению в целом. Ведь практически ни в одном городе России нет замены цветов двукратно в год. Скоро по агротехническим срокам осенне-зимний ассортимент сменят на летний. Ближе к курортному сезону незабудки, виолу и капусту сменят. Цинии, гамфрены, сальвии блестящие, разные виды тагетисов. Они радовать глаз сочинцев и гостей города будут вплоть до октября. Инга Габеша, Михаил Дубинин, телекомпания ФКТ.